Ребята, всем доброе утро. Миланка сегодня раскрашивала. Сейчас я вам покажу, что она раскрасила. О, гепарда раскрасила. И за то, что Миланка очень красиво раскрасила, Миланочке маленький сюрпризик. Ты готова увидеть сюрпризик? Открывай глазки. Что это такое? А что это такое? Ты знаешь, что это такое? Это жвачки ловые с Миланка. И там должны быть, знаешь, какие-то наклеечки. Я когда была маленькая, я собирала... А, точно, фантики, да? Вкладыши. Папа говорит, вкладыши, я говорю, фантики. Ребята, как правильнее пишите. В общем, Миланка, давай открывай. Там несколько жвачек, по-моему, 5 штучек. Спасибо. И посмотрим, есть ли там вот эти вот вкладыши. Кстати, жвачка... Не знаю, мне казалось раньше, что она очень вкусная. Не знаю, как сейчас. Потому что сейчас очень много разных жвачек. Давай, давай. Вкусов очень много разных, а раньше не было столько вкусов, поэтому эти жвачки казались вообще просто дастиш-фантастиш. Вкусняшно. Они вкусные были? Ну, попробуешь, я надеюсь, что тебе понравится. И, конечно же, фантики. У меня, помню, такой, как альбомчик был, где, ну, куда я их складывала, эти все фантики. А где наклеечка? А внутри, милаш. Внутри? Спасибо. Пожалуйста, солнышко. Так. Такие вот, смотрите. Есть. Оп. Есть? Есть, видите? Сейчас. Все так и осталось. Сейчас в основном все покупают, мне кажется... Орбиты, диролы такого плана. А вот такие жвачки, это вот из моего детства. Других, в принципе, не было. Миланка, ты попробуй сразу жвачку. Можно я попробую кусочек? Да. Это жвачки? Это именно жвачки, не глотай, это не конфеты. Да, вот, смотрите. Здесь типа такая, как история. Любовь – это когда кто-то... Тобой покорен. Вот такая вот, это фантик такой. Давайте вот это. Ой, это, кстати, знаете, вот такого плана тоже любовь. Это на каком-то кисломолочном продукте. Помнишь, Лик? Да, это на этом. На... Какой? Ну, короче, какой-то кисломолочный продукт. Большая и там кружка. Большая кружка. Да, тоже написано «любовь это». И написано, допустим, там Кирилл 5 лет. Там высказывание, да, написано. Ну, то же самое. Любовь это, когда там что-то, Кирилл 5 лет. Ну, грубо говоря. Ребята, давайте вот эти я не буду открывать, потому что... Ну я, конечно. У меня язык есть жвачка. Да, и это же не конфеты, чтобы проглотить. Это именно жвачки у тебя вот такие. И в каждой жвачке будет вот такой фантик. С определением, что такое любовь, а? Ой, да вкладыш, хорошо, вкладыш. А, сюда. Угу. Продолжаем тему летнего отдыха. Куда лучше поехать за границу? Или остаться в России. Да. А вчера мы просто подняли эту тему, потому что на самом деле сейчас выбираем, не можем определиться. Многие пишут, что, ну, конечно, за границей тут цена другая. А в России, допустим, это совсем дешево. Я вам хочу сказать, что нифига не дешево. Ну... Так скажем, можно и за границей отдохнуть, и дешево, и дорого. Можно и в России также отдохнуть, и дешево, и дорого. Я вот конкретно говорю, допустим, отель, который мы смотрели в Турции. 5 звезд, да. 5-звездочный отель, все включено. По рейтингу, по отзывам неплохо. И отель, который мы выбрали, допустим, ну мы его не выбрали, но нам на тот момент он понравился, в Крыму. 3 звезды. Прямо, да, 3 звезды, но тоже все включено. Тоже все включено. Очень красивый вид, очень красивые там бассейны, анимация. Цена точно такая же. Вот, допустим, в Крыму дороже даже, да, в Крыму. Это цена такая же, если не учитывать дорогу. То есть сам отель стоит столько же в Крыму, сколько вместе с перелетом в Турцию. В Турцию, да. И получается, если взять отель, перелет Турция и отель перелет Крым, то в Крыму получается дороже. А если взять их совсем немного, 5-звездочных отелей у нас на побережье, и если взять 5-звездочный отель в России, то это в 2 раза дороже, чем в Крыму.
чем в Турции. В Турции. Мы конкретно про Турцию говорим. В два раза ровно будет дороже отдых в России, чем в Турции. Конечно, можно в России там снять комнату без питания, там самим потом питаться, это совсем другое. Я вот конкретно говорю про одинаковые отели, вот Турция и одинаковые отели, все включено, красивые номера там, да, то, что, ну, как бы выбираешь, смотришь, вот в Крыму, допустим, то, что мы смотрели. Но хочу сказать, когда потом посмотрели не по картинкам то, что предлагают, а конкретно уже нашли видеообзоры, реальные видеообзоры отеля в Турции, куда мы рассматривали, в общем, тот отель, и в Крыму, то в Крыму намного прикольнее, несмотря на то, что Крым — это 3 звезды, а Турция — это 5-звездочный. Во-первых, природа совсем другая. Там зеленая территория, там такие бассейны прям даже с видом на море. Даже брать самый зеленый участок Турции Белек, там все равно не столько зелени, как в Крыму. В Крыму просто. Как этот отель в Крыму называется? Ну, Белек Бич Резорт. В Крыму Вальдемар. Марлимар. Кому интересно, зайдите, посмотрите цены и виды, и пляжи. Да. Ну, я не говорю, что мы в этот отель поедем в Крым, поэтому я его защищаю. Ну вот просто говорю. Ну, в общем, Турцию мы. Просто мы сравнивали, на данный момент мы сравнивали вот это и вот это, вот на чаше весов. В общем, в Турцию мы однозначно не летим, как бы там, конечно, не защищали Турцию, да вы там не были в Турции, да, там супер. Я не спорю, у всех отдых разный. Кто-то любит вот эти вот шумные, хотя вот этот в Крыму отель, там тоже очень много анимации, но там какой-то, ну не знаю, вот я посмотрела вот видео, мне это было ближе. Какой-то вот, не знаю, местный колорит, уют, может даже как-то по-домашнему, можно сказать. А в Турции все равно немножечко. Кто-то писал, что вы просто боитесь летать, поэтому вы предвзято относитесь к Турции, выбираете Крым. Мы вообще-то Крым рассматривали тоже полететь на самолете. Поэтому говорю, если взять само проживание в отеле, да, 10 дней мы рассматривали, и, допустим, плюс еще перелет на всю нашу семью из Санкт-Петербурга в Крым, то это в среднем получается чуть дороже, не чуть дороже, 30-40 дороже, чем Турция. И что касается Таиланда, я вот, если честно, хотела бы поехать полететь в Таиланд, но лето, мы вот сколько изучаем, читаем, с июня, да, месяца? С начала мая по октябрь, это сезон дождей, наводнения, погоды. Да. И поэтому, как бы, вот, жары, и влажность. Если нет дождя, то очень жарко. В основном это дожди, поэтому, конечно, Таиланд, хотя бы я очень хотела полететь в Таиланд. Таиланд — это вот сегодня полетать, это хорошо, там будет комфортно. Хотя я боюсь, там столько лететь долго, Санкт-Петербурга, сколько часов, наверное, 9-10? Ну, наверное, может часов, даже больше, даже больше, скорее наверное, всего, больше, 14, потому что да? Это будет пересадка еще. Но я бы хотела бы вот туда, но это вот дожди, и смысл лететь так далеко, столько времени, на перелет и просидеть в номере, честно сказать, обидно. И потратить немалые суммы, и сидеть в номере. Дубай, да, очень как бы классно. Но сейчас, такая обстановка, вот, по крайней мере, на данный момент. Бронировать что-то глупо. Туда ближе. Проблемы там видно, будет поближе, туда может все наладиться. А сейчас там, да. Не вылететь, не залететь. Ну, как-то просто не хочется попасть в просак. Вот, ну а то там видно, что будет. Может, все рассосется и все будет нормально. В общем, думаю. Ну, я хотела сказать, что вот в России отдохнуть в нормальных отелях хороших. Опять, же, Дубай — никакой природы. Дубай — почему? Это отель там и море. Почему? Ну, нет, есть отели, наверное, с территориями. Просто мы пока еще Дубай не рассматривали, потому что, ну как, так пролистались, посмотрели, потому что, я говорю, там такая обстановка, непонятно, что будет к лету, и смысл сейчас бронировать, это, наверное, глупо. Можно, конечно, забронировать бесплатно отель, только если. Есть варианты, зачем лишние риски, они не нужны. Да, да. Так что вот так вот. Читали многие, конечно, много комментариев. Кто-то привык. Да, классно, мне тоже очень нравится. А чего вы Кипр не рассматриваете? Рассматриваю, почему? Ну, туда нужна виза. У нас нет визы, представляете? Хотела клиент. Ой, в общем. Но в Таиланд, кстати, я не помню, нужна виза или нет. Нет. По-моему, не нужна. В Дубае точно Турцию нет. Не Таиланд, не Дубай, не Турция. В Турции, кстати, писали, вы не были в Турции. Мы в Турции были. Вдвоем, без Лики. Я, правда, не знаю, вот как в данный момент там так же сейчас.
просто в аэропорту штамп ставят, да, и все. Наверное, так же, да. Конечно. Мы, наверное, 7 лет назад, да, были? Где-то так, да. 7 лет назад. Что зашло? В туалет! Ну ты чего? Блин, ты зашла. В туалет! А здесь оказались, я даже не знаю, в чем тут оказались. Да выходи! Я тебя не выпущу отсюда. Ой, ты что такое? Так, ну, лент, вообще зачем? Заехали. Ужас. Зашли в Экспресс. Сейчас хотим выбрать на лампе какую-нибудь раскраску. Ну, смотрите, раскраску с красками. Еще закончилась зубная паста. Здесь вот есть этот склад Bubblegum беру. Я в основном беру Миланки или Рокс, или склад. Так что, Лика? Принцесса, не все. Что тебе не нравится? Я там что-то нашла большое. И что? Письмо от Деда Мороза. От? А, от Деда Мороза. Ничего себе. Писали, спрятали, что родители только об этом видели. Точно, легко. Именно поэтому. Вот наш Максик. Да. На обложке журналов. Представляете? Да. И мне такая раскраска не нравится. Не, не знаю. Ну что это, принцесса? Она не любит вот так раскрашивать. Ей а нравятся какие-то герои мультиков, такое что-то. Не, пойдем. Ну, вот и герои мультиков. Покажи. Три кота у нас есть. Вот такие есть. Вот такие давай посмотрим. Ну что на? У меня руки заняты. Машинки есть. Машинки не нужны. Вот такие есть. Enchanting Monster. О, давай, да. Вот это давай, да, посмотрим поближе. Есть, монстры нам не нужны. Холодное сердце, новая серия. О, тоже давай посмотрим. Давай, выбирай, открывай. Да там достаточно есть из чего выбрать. Ну, давай, посмотри, что там. Вот холодное сердце мне нравится. Это именно вторая серия. Здесь задание и посказка. Огонек этот. Угу. И посмотри еще другое. Давай мне это. Да. И вот это вот посмотри еще. И Enchantimals. Enchantimals. Тоже прикольно. Мне вот это больше нравится. Просто здесь раскрашивать меньше. Меньше? Видишь, все одинаково. Потому что не будут одинаковые карты. Ну, тоже есть много чего раскрасить. Не знаю, смотри. Давай вот это возьмем. Вот это. Хорошо? А вот это? А вот это? Холодное сердце, это последняя штука. Больше нет. Давай две возьмем. Правильно, вот. Все, я к этому шла. Да? Ну, все, пойдем. Смотри, новые рюкзачки появились. Ну, рюкзаки нам точно не нужны. Новенькие. А вот смотри, блокнотики появились какие. Что новые? А? Вот такие видела? Смотри, сказка. 96 листов, это мягенькие. Слушай, какие они пушистые, смотри. Угу. Да? Ладно, все, пойдем. Для бровей. А вот смотрите, джем-маска для лица. Есть еще вот такая. Это тыква, что ли? Представляете? Сделали на ужин гречку с подливкой, с курочкой. И это вкусняшка. Я это знаю. Гречка по-купечески. По-купечески? Даже так. Вкусняша. Всем приятного аппетита. Макс. Смотрите, Макс обожает шары. Залез в это сердце. Макс, выходи. Макс. Я не могу, скажи. Макс, все. Да ты наглец. Брысь. Вы представляете, как он наглый, а?